Привет, зритель. Сварила я тут все брокколи. Нашла в кухне рецепт, чтобы ее потом зажарить в кляре. Но мне сейчас надо как бы до сада и вообще в одно место. Ну, поэтому как бы там написано, что вот, положить ее в холодную водичку, чтобы она цвет не потеряла. Я ее положила, думаю, она в водичке может полежать, ну, может быть, часика-полтора-то полежит. И был у меня бульон от брокколи, но так жалко его выливать. Думаю, бульон от брокколи, может, с ним можно что-то сделать. Вспоминаю, что мне одна подписчица год назад дарила маску для волос или бальзам, что-то в этом роде с брокколи. Думаю, ну, в крайнем случае, волосы окачу, если вдруг ничего интересного не найду. Загуглила в Яндекс телефона. Уже стаканчик такой выпила. И внезапно очень дофига полезный этот бульон брокколи, если вы вдруг худеете. Если у вас куча всяких болячек, в том числе и этот сахарный диабет. Если вы беременная мама, то вам тоже дохрена это полезно. В общем, если вам интересно, вы можете загуглить отвар из брокколи. Выйдет какая-нибудь страничка, я даже потом могу с компа скинуть в инфобокс или в комменты ссылку, которая мне понравилась, по которой я прочитала кучу информации. И можете курсом пить, а можете просто дерябнуть, вот как я сейчас это дерябнула стаканчик. И еще немножко попила. Довольно приятный на вкус. Ну, как бы варите без всяких там солей. Вот тут у меня кот пытается на окно залезть. Куда хоть там лезть, тише. Без всяких там приправ. Он сам по себе вкусный внезапно. И пьете. Да, для похудения полезно. Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом полезны, если у вас желчь дофига, как у меня, и она такая медленная тоже, как у меня, то тоже очень полезно. И, в общем, очень дофига полезный, оказывается, отвар из брокколи. Вот такие дела. Я думала сначала оставить его бульончик, сварить на нем суп, но у меня сейчас суп есть. Может, конечно, залезть в холодильник, чтобы вы там, если что, офигели. Но он уже не настолько полный, как до этого был. Вот там супчик у меня из листьев салата. Кому интересно, рецептик я скинула в Cookpad. А ссылка на Cookpad есть на канале и, возможно, даже в инфобоксе у каждого ролика. Так вот, бульончик думала потом заморозить, а потом узнала, что он дофига полезный. Что его можно просто дерябнуть вместо чая. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.